Привет-привет, это Оля, и давненько я, по-моему, не показывала распаковку Project Life китов от студии Calico, на которой я уже очень давно подписана. И раз я в этом месяце решила записать видео с китом Planner, может быть, вы его видели, если нет, посмотрите, то Project Life тоже стоит показать. Вот в таких коробочках они все время приходят. И первое, что мне попалось в руки, это набор высечек. Люблю, когда много бумажных украшалок в наборе. Мне их обычно очень надолго хватает, и я не все использую. А на этих можно и писать, и поверх фотографий размещать. Ну, такие достаточно удачные, на мой взгляд. И мне нравятся вот эти черные высечки контрастные. Набор штампов. Несколько месяцев назад стали они вкладывать вот такие большие штампы. Ну, как несколько месяцев? Пару, наверное. Большого формата штампы. Не знаю, будут ли они продолжать такой формат или нет. Набор наклеек со словами золотого цвета. В этот раз два алфавита, оранжевый и розовый. И там помимо букв различные символы присутствуют и даже баннеры, что очень здорово. Еще один набор с украшениями. Это прозрачные украшалки. Ой, классный какой грибочек, прям восторг. Чертово колесо. Слоник. Симпатичные украшалки, но достаточно крупные. Не уверена я, что их буду в Project Life альбоме использовать, но где-нибудь использую точно. Очень симпатичные, мне очень нравятся. Такая штучка. Помните, как раньше были такие закладки и всякие картинки, которые под наклоном меняют свой вид? Такой вот смайлик. Чипборд с названием месяца. Набор чипбордных звездочек. Они на клейкой основе, с обратной стороны просто белый листочек. И в самом низу упаковка с карточками. Сейчас я их открою и тоже, пожалуй, покажу. Потому что всегда интересно посмотреть, какие карточки, и там палитра сразу выстраивается. Название набора. Карточки двух форматов. Сначала покажу большие. И с другой стороны немножко другой дизайн или ориентация надписей. И много-много маленьких карточек. 7 на 10 сантиметров. Довольно симпатичные. Желтая кладь. Ой, чудесный какой жираф. С обратной стороны тоже жираф потом покажу. Грибочки милые. Всякие-всякие надписи. Да, жираф, конечно, звезда. Луна. Заметила, что часто луна бывает в наборах. Некоторые карточки нам не очень актуальны для нашей страны, но тем не менее вот такой вот кит в этом месяце ко мне пришел. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. И пока-пока, всем удачи и вдохновения. Если вы захотите подписаться на такой набор, то ссылочка внизу.